Ну, я всегда в головных уборах хожу. Да. Я стоял на станции метро, просто в этом же, ну, в кепке другой. Я стоял получается, у перрона. Едет, получается, вагон метро, и ветром сдувает мне кепку. Ну, нет. Она падает, и я, ну, от отчаяния, я не знаю, что делать. Она лежит прям еще, ну, только еще не доехал. Я на нее смотрю, и девчонка подбегает, и такая, давай. Я такой, чего? Она, ты успеешь. Я понимаю, что она с хорошими намерениями, но я понимал, что если бы я туда залез, я бы обратно не... Ну, я бы умер, все. Ну, я не смог ее так достать, я видел, как ее проехала. Давай. И та девчонка, ну, у меня с собой всегда шапка. Я надел шапку просто. И все. Меня вообще пугало, что всю дорогу, потом эта девчонка зашла же со мной в вагон и сидела напротив, и такая... Я знаю, что в метро ты заходил не в шапке. У него до этого была кепка, и она слетела.